краткий обзор моей станции. То есть здесь будет карта, у нас находится чуть ниже, у нас астрономическая единица будет, сплит, доплер трекинг. Сейчас появился новый пункт, постоянная частота на Луне, то есть без двигов, без всего. То сейчас можно выбирать эту вкладочку и без сдвигов работать, ну, как на КВ, короче. Вот, здесь у нас будет свой SVTX программа. Внизу тоже вот она. Здесь у нас лог. И на другом мониторе у нас полностью монитор с частотой осмотра, так, с полосой обзора 1296 ровно. С одной стороны, и 1296, там 120, 130, там дальше. Вот, все, да, ну, водопад, соответственно, будем видеть. Сейчас у нас, в принципе, расстройка включена. Вот так у нас частота постоянная. Ну, там доплера. Вот. То есть расстройка он сам уже автоматом сейчас ставит. 0,47. 0,45.